Якутянка Мария Никитина стала первой вице-мисс «Виртуальная Россия-2017». Сегодня стали известны результаты первого всероссийского интернет-конкурса красоты. Напомним, девушка в начале года удостоилась звания «Мисс Виртуальная Якутия». Тогда вся республика знала ее как Марию Зравняеву. Но в начале марта первая красавица вышла замуж и поменяла фамилию на Никитину. Как сообщает пресс-служба Минприроды Якутии, где работает Мария, с самого начала она уверенно занимала лидирующие позиции, обгоняя своих соперниц на 1000 голосов. Финальный результат – 11,5 тысяч. Всего в конкурсе приняли участие больше 2000 представительниц прекрасной половины человечества со всей страны. Своими впечатлениями титулованная красавица поделилась с нашей редакцией в телефонном разговоре. Ну, конечно, эмоции самые положительные. И самое главное, то, что все уже закончилось. Просто потому, что март месяц у меня получился очень насыщенный, эмоциональный. И очень много событий. Я очень счастлива сейчас. В первую очередь хочется поблагодарить всех тех, кто поддержал. Голосование шло открытое, поэтому я видела, что меня очень поддерживают мои земляки, мои друзья, мои родные. Поэтому надежды на хорошие результаты были.